Москва готова вмешаться в конфликт Еревана и Баку. МИД России не оставил без внимания инцидент на азербайджано-армянской границе. Москва выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и готова оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия, имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших, говорится в сообщении министерства. В Москве также считают недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона, подчеркивается в заявлении. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня. Со своей стороны МИД России готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации, добавили в ведомстве. Эльмар Мамедьяров. Новые провокации Армении – это акт агрессии. 13 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым и российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Министр Эльмар Мамедьяров рассказал о предотвращении атаки вооруженных сил Армении и текущей обстановке в регионе. Министр выразил категорическое недовольство ситуацией и расценил новую провокацию Армении как акт агрессии. Мамедьяров подчеркнул, что целенаправленная провокация Армении направлена на вовлечение третьих стран в армяно-азербайджанский конфликт и отвлечение армянского общества от внутренних проблем. Привет, друзья! Наконец-то я решился открыть свой авторский канал AZ20%. Приглашаю вас подписаться и заранее благодарю. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Всем удачи и помните, что вместе мы сила.